Артём, князь, мы того приближаемся. О, там, видишь, на верхотуре самый костер. Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к Богу, понимаешь? Ну и вам, значит, туда. А я пока охране зубы заболтаю. Первый наверху, того и тапки. Удачи! Мы его излученный корягу поймали, весь порт развратило. Пришлось на место. Артём, князь, Аврора скрытно выдвигается на исходную. Готовы начинать по вашему сигналу. Принято, товарищ полковник. Работаем. Как чего? Явились ведь, как отец Силантий говорил. Кто явился? Слуги сатаны! Ты как на заутренней не был? Не был. Допрыгаешься. Пошлет святой отец демонов на скрине. Но рано ведь. Вы хоть расскажите, что было? Ладно уж. В общем, еретик прямо на проповедь к отцу Силантию явился. Наши по лодкам и туда отца спасать. А еретик их там всех почти положил. Кто сдался, только тех не тронул. Кто это там? Ну и вообще безоружных, кто там был, не тронул. Не все человеческое. На тебе! На! Все! Прижал я еретика этого! Готовься, сволочь! Сильней ты оказался, еретик!
поделать. Сильнее ты оказался, еретик. Все, я сдаюсь! Не стрелять только, ибо блаженны миротворцы! Я сдаюсь! Не стреляй только, слышишь? Спокойно! Сдаюсь я! А он вроде с понятием парень. Даром, что еретик. Без понятия парень, даром что еретик. А он вроде с понятием парень, даром что еретик. Может и пронесет, только бы пронесло. Господи, спаси и сохрани.
может, и пронесет, только бы пронесло. Господи, спаси, сохрани. Почти на месте. А у тебя там, кажется, весело. Ты только не отвлекайся, мы тут не в тир потренироваться пришли. И разверзлись небеса, и пал на землю грязную дождь из ракет, и стала земля пеплом, и вскипели моря, и люди все не обратились. И только обитель наша уцелела, и подкуп наш и приют. Верные Господу, и слушаются Господь, и промеж них избрал старшего именем Силантий, и рёк ему, по те поры буду с вами и буду беречь вас, пока верность мне храните, пока технику бесовскую отвергаете. Отвергаем! А пуще прочего, отвергаете ли хитрость дьяволову? Тот электрический проклятый подарок лукавого глупца, чтобы те себя возомнили, будто стали превыше Господа и премогущественней Его! Отвергаем! Истинно! И во вдохе электрическом, и соблазн сатаны, и яд его. Ибо лишь только тот, кто отринет ток и атом, и машины всякие, пройдет царство Божье. Лишь того, кто себя не заморал, пропустит бледные чертоги Господа, царь рыба. Слава царь рыба! И не убоимся пришлых, что с войной к нам пожаловали, что напали на приют наш. И хоть стоит у наших ворот и конь железный, маслом маслинным сверкающий, током электрическим не убоимся. Встретим во все оружие врагов наших, ибо настал наш час. Аминь! Аминь! Так пусть и десница ваша разит слух нечистого, шоттуха и сожаления, ибо исполняем волю Господа нашего, и от него примут враги наши кару и воздаяние за грехи их. И все, что стоят у врат наши обители, развеются, как пыль на ветру, когда исполнится воля его! Когда исполнится воля его! Пожрет царь рыбы и тело неверных, и их душу, ибо можно порох смыть, а электричество метит шельму навеки вечные! Помолимся рыбу о защите, призовем ее! Приняться, рыба! А пуще прочего, отвергаете ли хитрость дьяволову? Тот электрический проклятый подарок лукавого глупца, чтобы те о себе возомнили, будто стали превыше Господа! И премогущественнее его! Отвергаем! Истинно! Ибо в токе электрическом и соблазн сатаны, и яд его! Ибо лишь только тот, кто отринет ток и атом, и машины всякие, пройдет царство Божье! Лишь того, кто себя не заморал, пропустит хлебные чертоги Господа, царь рыба! Слава рыба!
И не убоимся пришлых, что с войной к нам пожаловали, что напали на приют наш. И хоть стоит у наших ворот и зон железный, маслом машинным сверчащий, током электрическим не убоимся! Встретим во все оружие врагов наших, ибо настал наш час! Аминь! Аминь! Так пусть же десница ваша разит слух нечистого без отдыха и сожаления! Ибо исполняем мы волю Господа нашего, и от Него примут враги наши кару и воздаяние за грехи их. И все, что стоят у врат нашей обители, развеются, как пыль на ветру, когда исполнится воля Его. А? Да исполнится воля Его! Тактика! Идет царство Божье, лишь того, кто себя не заморал, пропустит хлебные чертоги Господа за рыба! Слава рыба! И не убоимся пришлых, что с войной к нам пожаловали, что напали на приют наш! И хоть стоит у наших ворот и конь железный, маслом машинным сверчащий, током электрическим! Готовы!
Шустрый Артём! Слушай, мы здесь просто проездом, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут. Мы старались ваших не обижать, кстати. А Катерина сама нас просила забрать её с дочкой. Ну что, всё понятно? Чего непонятно? Сначала головорезов местных извели, а теперь и за нас взялись. Стариков и детей тоже убивать будете? Или уже вдоволь крови напились? Уезжайте с глаз долой. Пусть Бог вас за грехи карает, а мне надлежит Пасху мою беречь. Ну вот и молодец. Братья, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Вот все, что мог. Вы, главное, не стреляйте. А машинисту скажите, чтобы не гнал, мозг еле дышит. И останавливаться нельзя, мозг рухнет. Вам придется прыгать. Аврора, это князь, мы договорились с местными. Нас пропустят, если не будем стрелять и пойдем малым ходом. А, и останавливаться нельзя. Прием. Приятно, князь. Начинаем движение. Всем внимание, без приказа огонь не открываем. Артем, прыгаем! Неплохо мы сработали, Артём!